Мне тоже надоело бродить по этим грязным коридорам. Но не надо дергать каждый рычаг, который видишь. Половина — это ловушки. А другая половина может открыть секретный проход в замок. Не надо рисковать. А, привет, Спайк. Даже если мы найдем вход во дворец, там столько стражи, что... А, Спайк, Флаттершай. А что вы делаете внизу? Мы провалились. Кажется, наш план не работает. Мы все в тупике. Нам надо выбраться отсюда и обсудить ситуацию. Что вы все тут делаете? Выяснилось, что наш план уж слишком непредсказуемый. Вы все провалились? О, я никогда не получу венец! Может быть, мы вернемся к плану Искорки? К тому, что совершенно предсказуемо? Может, сюрприза не получится, но ты всегда умела планировать. Тогда стоит попробовать. Спасибо, Спайк. Для чего тогда младшие братья? Ладно. Вы все знаете, что делать. Одна часть непредсказуемого плана сработала. Честно говоря, мне никто четко не объяснил, что должен делать стражник. В общем, если что, сами виноваты. Я сильная искорка, но даже я не разобью огромный валун. А я привела специалиста. Смена караула, иди отдохни. Тяжелая работа? Кому сделать массаж перьев? Мы нарисовали карту, пока блуждали в подвалах. Рычаг, открывающий секретный коридор, должен быть здесь. Неужели это сработало? Иногда ожидаемый план самый лучший. Теперь мне надо просто подлететь и взять венец. И я стану лучшим наследником на все времена! Не совсем так. О, да ладно! Должен признать, было неожиданно, что ты сделала все именно так, как я и ожидал. Но ты же знаешь, нельзя обойти истинного лучшего наследника. Сожалею, Искорка, но, похоже, Шайнинг Армор заслуженно выиграл венец. Я бы не стал принимать... желаемое за действительное. Спайк! Как во имя Эквестрии тебе это удалось? А вот так. Думали, вы только между собой соревнуетесь? У меня был свой пони в замке. Я заметил, что по поводу защиты были серьезные разногласия. Я говорила, что мы сами справимся, но некоторые пони очень упрямы. Пока Шайнинг Армор хвастался своими мерами безопасности, мы с Луной заключили союз. Она должна была поставить Зефира во главе стражи и увести Селестию из коридора дворца. Когда Луна все устроила, я выполнил свою часть работы. Я предложил следовать плану Искорки, чтобы мы все попали в тронный зал одновременно. Я знал, что Шайнинг Армор появится в самый последний момент. И пока все слушали его хвастовство, Луне оставалось только взять венец и передать мне. Прошу прощения, что не прислушалась к твоим сомнениям, сестра. Нам нужно вместе продумать, как бороться с угрозами. Как внутри замка, так и снаружи. Ты согласна? Я думаю, нам есть что обсудить. Но если Искорка и Шайнинг Армор проиграли, кто получит венец?
Настоящий лучший наследник! Спайк! Наш младший брат его заслужил.